Йо, гейс, с вами Шумки, мы продолжаем проходить игру под названием The Voyage of Ethan Carter. Либо Исчезновение Итана Картера. Окей. Был, конечно, довольно сложный момент. Это сраный ворон. Ищи ворона где хочешь. Хер найдешь его. Теперь мы отправляемся с вами пока что сюда, по этой дороге. Ну, можно через низ, но там идти слишком долго. И я этого не хочу. Поэтому мы идем просто по прямой. Так. А, еще момент. У нас с вами... Мы нашли два трупа, то есть у нас два убийства произошло в игре пока что. Может, в дальнейшем что-то будет еще прикольное. Но вот этот элемент подставления непонятный, типа... А у нее был ножик, я думаю, может, типа, она поцарапала ему глаз, поэтому, типа, на колени встал, все такое... Оказывается, нет, нужно в расчет брать еще самого мальчика. Ведь все, что происходит в игре, связано с этим пацаненком. А значит, если кто-то что-то делает... Хотя, блин, дед Итана, как я понял. Мужику ноги переехал. Алло, вы чё? Если даже так, понимаете... то это все равно. Забраться куда? Подожди, пока еще не забрался. Нам шахта нужна, так ведь? А-а-а! Тогда все ясненько. Тогда мы с вами идем наверх забираться. Только мы забираться будем куда? А, я думал наверх по камешкам. Так, теперь я думаю лучше не бежать, а идти. Лучше на корточках. Я не знаю, что у нас может тоже. Может какие-то... Блин, ну скримаки навряд ли. Здесь как детективное расследование. С элементами мистики. Так. Ну если чё, меня уже хера сюда выпустят. Здесь можно бежать, но не прыгать. В принципе, фиг его знает. Играм таким верить... Не очень. Давайте по правой стороне. А, тут тупик, найс. Давайте сделать вид, что, пускай это будет хоррор. Значит, я должен ожидать всего, что угодно, да? Типа скримаков, все такое. Он в пещерах. Просто взять те же самые ловушки, типа... Никто не говорил, что страшно не будет. Окей. Тут тупик? Да. Ну тогда поехали. Надеюсь, лифт не сломается. Бля, мне как-то на лифте страшно ехать. Остался след от этого... Dead Space. Блин, я ж только первую часть прошла, их три. Хотя вторая, говорят, не хуже... Второй, ну, типа, вторая не хуже первой, а третья, ну, не очень. Вообще такая, не очень. Типа, я помню, Dead Space начинал проходить, типа, про роботов. Я думал, там будет напарник и все такое. Я что-то дошел до корабля, открыл корабль, там, блядь, вылезла зомбячина. И я такой, нахер это все надо. И удалил игру. А вот насчет первой части, я сначала играл соло, да, то есть без записи. Я думал, ну, типа, я читал, что там напарник появляется, если там дойти до какого-то момента, все такое. Я дохожу до этого момента, думаю, о, сейчас я буду с напарником бегать и все такое. В конце концов, нет, нихера. У меня не напарника, и я один на корабле с некроморфами. И это было довольно жутко и очень страшно.
И вы сами этого это знаете, потому что я проходил игру. Это была жопа. Из хоррор игр, которые я прошел, их довольно мало. Единственное, которое я прошел, именно жуткое. Это Dead Space, можно сказать. Evil Within я начинал, но почему-то я потом решил забросить ее. И такой, нафиг надо, ладно. Поиграю в иное что-то. Во что я сейчас на самом деле хочу поиграть, но, блин, покупать игру за пару тысяч. Так, столько для кирки. Пусто, да, согласен. Кирка одна отсутствует. Кирка, 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 кирка. Удерживать. А, точно, я походу с воронами тогда понял, или... Просто убежал, и поэтому... Да. К водичкам. Вверх. Так, о чем я? О хоррор-играх. А, я... Ух ты ж, ё-моё, ну я, кажется, нашел женщину. Замок сломан снаружи. Жертва утонула. Посмертно да та-та-та коснуться. Ладно, рано. И я хотел, короче, борду третью пройти, так как я вторую, первую прошел. А покупать Borderlands третью за несколько тысяч, ну как-то не очень. Да. Да-да, я пират. Можете так считать мне. Если же считать... Мало там проход длинный, я туда не хочу бежать. Это что? Забраться? Блин, я на самом деле, что я еще не прошел по борде... По борде, наверное, два. Борде 2 я не прошел этот, как он называется. А, последний DLC, который добавили после объявления, что выйдет скоро Borderlands 3. Это про Лилит и что-то с ее вот этой кланом связано. Я точно не помню. А, вот зачем мне этот аппарат. Тут слишком темно было. Смотреть. Взять кирку. Так, послушай, аппарат, побудь, пожалуйста, здесь пока что, я отнесу кирку. Потом мы с тобой дальше проедемся. Так, кирка воз... А, блин. А хотя, почему бы я не мог киркой сломать дверь? Why not? Так, что еще можно рассказать? Еще также я не прошел же QT-шку. Тоже связанную с Borderlands. Это... Ну, где парень... Начал работать там на красавчика Джека, да, ну потом красавчик же Джек погиб во второй части. И, блин, там рассказываются истории про Зеро, про других еще людей. Не-не-не, стойте, я передумал, давайте я вернусь. Я же должен сначала исследовать эту смерть, так ведь? Дальше мы уже отсюда потом выйдем. Там, если не ошибаюсь, 7 глав. Я потом со временем тоже пройду, пока, блядь, буду ожидать взлома Борды 3. Ну, на самом деле, сильно аж жду третью часть. Слишком я низко иду, не думайте.
прочитать. Если вы видите это предупреждение, не ходите дальше. Если вы видите это предупреждение, наш ритуал не удался. Если вы видите это предупреждение, ворота к невидимому из глубин остаются закрытыми. А теперь вопрос на засыпку. Вы серьезно, мне теперь бежать на самый верх? Ну ладно. Окей, я добежал. А, стойте, я шкирку вернул, точно, я же могу, наверное, тело посмотреть. Стойте, тогда у меня два вопроса. Первый вопрос. Куда мне идти, вниз или же прямо? Или как? Или же как? А, здесь только 4, и они довольно просты, мне кажется, будут. Так, они пришли вдвоем. А, она зачем-то залезла внутрь. Короче, он ее грохнул. Так, если верить, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Дорогая, он... Наверное, убежал. Почему нет? Зачем его быть здесь? Черт. Скорее всего, это был енот. Нет. Нет. Я так не думаю. Итан всегда лишь... Всего лишь ребенок. Он не нарушал ничьих покоев. Он просто нашел какую-то комнату. Сын, наш мальчик. Я иду туда. Спящий не должен спать. То есть, значит, он сначала отпустил, он взял кирку и пошел уничтожать. Ему не избежать. Спящий скоро пробудится. Ты только послушай себя, Мисси. Нет, я ясно все вижу. Спящий дышит внутри меня. Ты больна. Все мы больны. Что ты делаешь, Дейл? Дейл! Что это? Я... Все исправлю. Дейл, ты жалкий трус. Выпусти меня, я чувствую, как просыпается спящий. Спящий должен пробудиться. Спящий должен пробудиться. Спящий должен... Давайте посмотрим по следу, куда он... А где мама? Мне сказали, она все еще ищет тебя. Тебе надо уходить. Давай же, иди. Через воду? Выглядит так, как будто ее... Нет, нет, это всего лишь химическая реакция. Она... Не кипи. Мам! Мам! Где ты? Я задержу твоего брата. Беги давай. Окей, у меня тогда здесь возник, вот именно здесь вот возникает вопрос. Он убивает свою жену. Она же не является той, кем была раньше, как и он. Что-то использовало всю эту боль и смерть. И становилось все... Стронг, страшнее.
Или ужасней. Смотрите, у нас два варианта. Лево, право. Понятно, что огоньки показывают нам налево. Ну, а что у нас тут? Видишь, что тут ничего нету. Не верю. Прикольно, тут оказывается еще есть проход. А тут пик. Не-не-не-не, все, я сюда не иду. А здесь, короче, пары ртути в шахтах. Ну нахер. Погнали в безопасное место. Это, которое было у нас сзади. Спустимся там и посмотрим, что там происходит. Не, на самом деле, вот это единственный минус, который я сейчас могу отметить. То, что я именно не знаю, куда идти. То есть, я могу и вниз пойти куда-то вглубь в шахты, хер знает куда. А, либо же пойти туда, где эти испарения. Понимаете, просто в чем проблема же? Я сейчас по-любому сюда все равно пойду, да, вниз, туда. Но если там же снова ничего не найдется, мне придется идти в туда. Мне придется все возвращаться, подниматься наверх. И сверху снова ехать до той реки с ядом. Потому что испарения, которые из недра земли, они довольно опасны в больших количествах. Мне еще так кажется, если бы я все-таки пошел дальше вперед, наш герой бы надышался этой херней и что-то пошло бы не по плану. Очень сильно пошло бы не по плану. Ага. Сейчас прямо, направо. Да, на самом деле тут вообще легко. Или нет? А, тогда все нормально. Чё, блядь? Нихера себе. Посмотреть. Ё-моё. Прочитать. А, то не мертво, что вечность охраняет. Смерть вместе с вечностью порой умирает. Он гнил, когда был молод Вавилон. Бог знает, сколько эр он продремал. В земле, где наших заступов металл, и сплит его хранительный весы звал. А теперь у меня вопрос, окей. Сейчас я пойду туда. Это то же самое, что я вам и говорил. Выйти. Что ты мне хочешь этим сказать?
Он как будто на водичке вот этой стоит. Подожди, треугольник, да? Это квадратики. Кружки, звездочки, ромбики. А, подожди. Почему ты дальше никуда не становишься? Ты же на хвосте стоишь? Тропик. Треугольник. Как будто хвост. А, подожди, мне что, нужно идти трупы искать? Ё-моё. Пойдемте. Искать спящих. Ла-ла-ла-ла-ла. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Подожди. Не проход закрылся, что ли, блядь? Не понял. А-а-а, ладно. Это немного реально стрёмно, слушайте. Сюда. Старели жутко. А можно выход найти? Пожалуйста. Черт, я вернулся аж с самого начала. Мне нужно... Противоположно, я хочу выход найти отсюда. Еще таких двое должно быть. Нашло взрыва. Подожди, он шел отсюда, нет? Или он отсюда шел? Трупик. Фу, блядь, свечи ебаные. Стоп. Как мне выход отсюда найти?
Это чертов выход. Нет. Мы отсюда, да, значит, пришли. Да ёлки-палки! Стоп. Дайте мне выбор. Хотите сказать это? Что один труп исчезает, второй появляется? Это же максимально дерьмово так делать, вы что гоните? Ладно, сюда пойду. О, иду правильно. Так, этаж вниз, мне нужно сюда. Для чего это я делаю? Короче, погнали обратно в самое. Мне нужно этот сделать. Посмотрите, где эти газы. Так, короче, я пришел. Поехали. Я не знаю, если вдруг там будет что-то иное, мы все равно потом сходим туда, где убит. Где были убиты людишки, какой-то черт там ходят зомби. Стрёмные причем. Живые мертвецы. Будет, конечно, обидно. Одна вещь, если мы сейчас с вами сдохнем, и мне придется заново проходить это. Я все равно на самом деле не врубаюсь. Типа у меня два варианта, куда идти, ну какого черта? Что происходит? Дальний красный вручай, я могу ощутить два разновидности мрака. Первый мрак, который мы спасаем, а второй без... В другом мраке был глубже. Притягиваем, неизведанный. И он хотел, чтобы я ушел. А, серьезно? Давайте тогда... А, это камень, блядь, ну это тело какое-то. Тогда я думаю, возвращаемся. Так, короче, я вернулся в эту херню. Побежали. Так, блядь, надеюсь, хуйни никакой не будет. Ну, кроме этих зомби. Кого-то. И лучше, блядь, на самом деле не бежать, потому что... Я так... Почти одного встретил.
Здесь, да, был? Хотя я мог сюда спрятаться. Хотя нет, тут видно. Че, поехали наверх. Что вы, ребята? Так, хвостик, ромбик. Вот эта херня, да? Так она вдруг, кажется, в сторону смотрит. Вот это, да. Так, кружочек. Звездочка. Вот это. Ромбик. Даже кружочек Z. Это да. Ромбик. Вот тут ромбика нету. Подожди, это ромбик. Подожди, а где квадратик? Квадратик Z. Подожди, подожди, где ромбик нахуй? Квадратик или ромбик? Это ромбик, правильно. А, квадратик Z. Зачеркнутое. Чего, блядь? Стоять. Что-то я не врубаюсь, нихера. Ноль. Это. Треугольничек. Z. Обычная. Как вот это, как нолик. Хвост дракона. Треугольничек. Хвост дракона. Квадратик. Z. Кружочек Z. Звездочка, хер знает что. Вот это. И ромбик. Вот это. Квадрат, да? Треугольничек перевернутый. Подожди, перевернут треугольничек. Их тут 5. А у меня этих 6. Ё-моё! Еще где-то есть один. Хотя давайте, может, я рандомно его смогу поставить. Как думаете? Подожди, мне звезда. Звезда, правильно. Ромбик. Ромбик. По идее, правильно. Кружочек. Хвост дракона. Хвост дракона. Нижнюю давайте подставлять. О! И не понадобился последний труп. Хотя последний труп я мог бы использовать. Вау. Нихрена себе. Нихрена себе щупальца. Давайте я его поснимаю, блядь, и его поставлю на заставочку, если вдруг там ничего у нас не было прикольного.
Огромный осьминог из портала. Проклятие неведомого из глубина. The Enochianский некромоникон. Горные шахтеры наконец нашли его. Однако, не все хотели использовать ритуальные призывы Гнайха, неведомого из глубин. Один из шахтеров понял, что ритуал приведет к затоплению всего мира. И у него не было выбора, кроме как атаковать остальных шахтеров с помощью магического осколков. Элтдодауна. За это Гнайка проклял шахтера, который обречел навеки бродить по шахтам и запрещать другим вызывать неведомого из глубины, брекающего мир за затомлением. Все, да? Итан, я же сказал не входить. Черт возьми. Слушай, здесь опасно. Я сказал, я потом прочитаю твою историю, ладно? Еще, пожалуйста, не рассказывай своей матери о том, что я тут, хорошо? Ну все, иди уже. Возвращайся в дом. Да ладно. Проклятый невинный глубин. Дейл. Забери свои шмотки из нашего подвала и выброси их на помойку. Мне так надоело постоянно натыкаться на твои пожитки в своем подвале. Если не заберешь вещи, то я их сожгу. Без шуток. Так, Рэ, запрос о разъяснении. Так, дорогой мистер Картер. Так, памятное ведомство Соединенных Штатов Америки получено ваше письмо от 27 января 1973 года, в котором вы просили разъяснение по поводу приложения вами патента. Бла-бла-бла. Отклоненного нами. Как мы выяснили, в нашем предыдущем письме ваш патент нарушает права уже существующего патента. За последние 16 месяцев через реестр прошло более 50 ваших патентов, и ни один из них не был принят. И каждый раз вы ставите под сомнение наше решение. Сообщим вам, что все существующие и будущие вами вопросы мы считаем официально закрытыми. С уважением. Окей. Оказывается, у нас здесь закрыто все это время было. Не знаю, как мы тогда туда внутрь попали. А, давайте тогда выберемся с шахты. В принципе, я думаю, на этом можно и закончить будет. В смысле завести, если у нас так заведено? Да, это довольно... Такую было себе место. Мы с вами разгадали тайну. И встретили огромного чудища. Да, блять, куда мышка улетает? Водное чудище какое-то. Туху. Портал открылся, и оттуда вылезло огромное чудовище. Затопило весь мир. Ну и все. Знаете, только единственное. Вот. Да, вот насчет того, что если мир типа утонет. Ну, типа, да, понятно, что будет весь в воде. Но будет ли вода это бесконечно? То есть в плане. Выйдет ли она за атмосферу и все в таком духе? Или же нет? Если да, тогда затопит, по сути, всю вселенную. Хотя вселенная, она безгранична. Ладно, в принципе, у нас остался еще домик. Два дома.
Давайте стану водички и, в принципе, закончим на этом. Поэтому, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.